Сегодняшнее его выступление могло оказаться под угрозой. Когда он встретился с артисткой, которая сегодня будет выступать, она ему сказала: «Привет, паштет!» Ну, кто так мог сказать? Только наша Эрика, конечно же, со своим непредсказуемым характером. Но Эрика же не знала, что Паша сейчас очень ранним, восприимчив и уязвим. И он настолько распереживался на вчерашней репетиции, что даже попал в больницу. Надеюсь, выступление сейчас состоится и порадует нас. Паша Алдошин и Эрика! Чорна смуга низьких оцінок для Павла Алдошина продовжилась і минулої неділі. Танці на шпагах не вміємо, монолог читати не можемо, діалог не можемо. Один бал Павла Алдошина. Хотілося провалитися сквозь землю, якщо чесно. Нарешті Павло перейшов чорну смугу і допомогло йому знайти натхнення, нове кохання. Я мог півгода не писати, наприклад, а здесь, от, не знаю, почти практично кожен день что-то происходит, что-то творится. Здесь один человек меня вдохновляет больше всех, скажем так. Она стала музой. Наверное, это любовь. Нас посадили, как какой-то такой, знаете, голубятню. И это называется процесс, у голубятников это называется процесс паруются, парование. Допомогти Паші розібратись із своїми заплутаними, творчими та сердечними драмами приїхала Еріка. Я судьбу прошу лише об одну, пусть хранить тебя каждый новый день. Я пам'ятаю, як в мене було з об'єктом моєї симпатії. Це навпаки доповняло нас. Ми радились, ми говорили, ми всюди були разом. Це було такою своєрідною підтримкою. Тому мені здається, це тільки позитивно. І як тебе прийду. Але такого не очікував ніхто. Ця репетиція була невероятно тяжела. Следующий кадр, який у мене в пам'яті спливає, це як мені вже на шатирі доктор дає скорую допомогу. Невероятный озноб, немели пальцы на ногах, такое головокружение невероятное. Судя по всему тому, что они как бы исследовали, они говорят, что это какое-то психическое, нервно-психическое переутомление. Врач сказал, я тебя собирался выписывать, но не для выступления на сцене. Я говорю, что делать? Он говорит, решай сам. Я понял, что никогда не забуду. Я фразой пролечу над тобой. Боль, ты шептала, боль, моя любовь. Если бы услышать это вновь, но вернуть тебя суждено теперь. Только в мечтах стань самым безмятежным легким сном. Я судьбу прошу лишь об одном, пусть хранит тебя. Твое предназначение, и рассвет украл с небес последнюю звезду. Расставанием мы обречены и обречены, но я тебя найду, и я тебя приду. Сказать тебе чужой, двери закрывая за тобой, пусть еще горит на моих губах твой поцелуй.
безмятежным легким сном. Я судьбу прошу лишь об одном. Пусть хранит тебя каждый новый день нежность моя. Тихо ночь утратила свое предназначение, и рассвет украл с небес последнюю звезду. Расставали мы обручены и обречены, но я тебя найду. Утратила свое предназначение. Рассвет украл последнюю звезду. Расставанием мы обручены и обречены, но я тебя найду, и я к тебе. Выпускница фабрики «Зерок». Браво! Вот сегодня наши режиссеры, а? Поигрались-то в любовь. А они, смотрите, прям заигрались. Что не дуэт? Фабриканты и... Ой, слезы на мужских щеках. Молодец. Евгений. Извините, но только попробуйте что-нибудь плохое сказать. Мужчина плачет на сцене. Я просто вижу, что что-то произошло. Какая-то, не знаю, Паша, что-то случилось. Какая-то внутренняя, может быть, переоценка. И куда-то вот ушли понты. И я этому очень рад. И я, давай мы с тобой договоримся, что они больше никогда не будут возвращаться. И именно за таким Пашей, вот такого Пашу мы полюбили на кастингах, поверили. И за таким Пашей хочется наблюдать и хочется переживать. Спасибо тебе. Наталья Андрейченко. Да, спасибо большое, вот ты меня пробрал, ну, просто до слез, до глубины моей души. Я даже хочу посмотреть, я тут что-то записала, чтобы, не дай бог, не забыть. А вот, знаешь, Паш, я очень рада, что такое ощущение, что внутри зажглась какая-то лампочка неведомая. Поэтому я тебя очень прошу, поддерживай этот огонек. Самое главное, что ты возвращаешься к себе, к своей индивидуальности. А у великих, у личностей, играет только личность. Марлон Брандо, например, Жан Габен. Единственное, все-таки не могу, но не сказать. Я на это закрываю глаза. Но когда вот эти идут руки, через которые ты проворачиваешься, уходишь, вот там можно было больше. Знаешь, неприятно, не хочу. Пусти, пусти, я к ней. Ой, Наталья, вы забудете вот сейчас всех, мне кажется. А Евгения особенно. Пока Евгений наслаждается вашими движениями плавными, я увидела, что Константин наконец-то нарушил молчание сегодня. Добрый вечер. Спасибо. Вы знаете, сегодня просто такой какой-то для меня праздник. Знаете, я увидел еще раз сегодня своих фабрикантов, своих воспитанников. И еще раз убедился, насколько они талантливы, насколько они умницы. И как не зря все это мы делали. И знаете, что самое поразительное, и от чего я помалкивал всю программу, я наблюдал за нашими новыми, так сказать, ребятами в сравнении с фабрикантами и поймал себя на мысли, что они ничуть не уступают этим удивительным, талантливым ребятам. И вот в этом номере, мне кажется, ну уж я тут не мог молчать, потому что Паша, он... Мне кажется, просто заново родился. Он настолько наполнен каким-то удивительным мужским настоящим чувством,
И настолько все это было искренне, никакого кривляния. Это был совершенно другой человек. Я думаю просто, что жюри обязано просто это заметить. А мне еще очень понравилась Эрика. Эрика просто потрясающая. Вообще я чувствую, какая была фабрика, что Эрика, что Ева. Просто вот потрясающие артисты.